Сегодня мы с вами разберемся с артиклями «э», «эн» или «the». Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Артикль «э» или «эн» образовался от слова «one», и он употребляется только с неисчисляемыми существительными в единственном числе. Например, вы говорите «есть у меня какой-то друг». В этой ситуации всем без разницы, какой это друг и о ком идет речь. И вы говорите «I have a friend». Если перед существительным поставить слово «какой-то непонятный», «один из», это как переводится на английский «any», то смело ставьте предлог «э». Предлог «the» произошел от слова «that» – «тот». Используем предлог «the» с определенными существительными как в множественном, так и в единственном числе. Например, вы хотите сказать «знаешь, тот самый друг?» «You know the friend who?» То есть в этом случае вы говорите о определенном каком-то друге, которого все должны знать. Если вы можете подставить перед существительным слово конкретный, определенный, значит перед этим словом артикль «the».